дольщиков Жиканова Марусина города Новосибирска обращаемся к вам. Как нам с вами известно, программа «Жилье для российской семьи» провалена. Ваш указ по ликвидации долгостроев не исполняется. В нашей области их количество только увеличивается. В наших домах, которые должны были быть достроены почти 5 лет назад, мэрия закупила квартиры для расселения ветхого жилья. Сегодня застройщик, участвовавший в программе ЖРС, банкрот. Люди второй раз вышли на голодовку. Более 700 семей без квартир. Люди снимают жилье и оплачивают ипотеку. Оплаченные мэрией квартиры не построены, а Новосибирские области отказываются выделять деньги на достройку, мотивируя это тем, что на расселение ветхого жилья им деньги нужнее. А сложившуюся ситуацию называют юридической коллизией, которую они не в состоянии разрешить. Владимир Владимирович, кто в ответе за это? Кто, кроме вас, в состоянии решить эту проблему? И когда мы, наконец, получим честно оплаченные квартиры?